Криминальная ситуация у Беларуси поляпшается. Про гэта сёння президенту доложил кіраўнік Министерства внутренних справ Ігор Шуневич. На 3% снизилась колькасць потерпелых от злачынстваў. Менавіта динамика у основных накірунках барацьбы со злачынностью цікавіла сёння кіраўніка державы. Особливый акцент президент запатрабаваў зрабіць на барацьбу с бытовым насиллем, у прыватнасці на сяле. Так само кіраўніка державы цікавіла барацьба с коррупцией и экономичными злачынствами. И новые законодавчие инициативы министерства у сферы борьбы с незаконной миграцией. Я ознакомился с материалами по вашему докладу сегодня, поэтому очень кратко о криминогенной ситуации. Есть. И не только по итогам за 8 месяцев, это почти ни о чем. Мне динамика нужна. Что происходит в динамике по основным направлениям борьбы с преступностью и самое главное – это те вопросы, на которые мы обращали внимание. В квартирах, в домах, в семьях, в селах мы обращали внимание на село, что там происходит у нас, какова там динамика. Потом вы готовы доложить о некоторых направлениях борьбы с экономическими преступлениями, точно. В том числе и вопросы противодействия коррупции по линии Министерства внутренних дел. Третье, вопросы миграции. Что-то надо нам в законодательстве поправлять, как считаю, в Министерстве внутренних дел. Если так, пожалуйста, обсудим.